К новостям спорта. Байеге, Кокпар, Тинге, Алу, Аударыспак. В Североказахстанской области прошла ежегодная спартакиада по национальным видам спорта. Посвятили состязание 550-летию казахского ханства. Участие в скачках приняли спортсмены из 13 районов региона. Подробности далее. На ипподроме Кулагер в Казаужарском районе собрались любители конных видов спорта, чтобы поболеть за своих и сделать прогнозы. Какая лошадь победит в скачках, кто станет лучшим в кокпаре? Открыла спортивный праздник заместитель акима Североказахстанской области Анархан Дюсенова. Продолжать выбранный нами путь, повышать конкурентоспособность нашего государства может только здоровая нация. Поэтому укрепление духовного и физического здоровья населения – одна из первоочередных задач Казахстана. В последнее время особое внимание со стороны государства уделяется развитию национальных видов спорта. Среди них важное место отводится конно-спортивным соревнованиям. Аламан байге, кокпар, аударыспак, тенге алу и другие скаковые виды популярны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Они способствуют развитию у спортсменов физических и духовных качеств, воспитывают волю к победе. Это первый старт. Гладкие скачки Ушкыр-Байге. Дистанцию, которую преодолевают скакуны, 1800 метров. Победит тот, кто первым придет к финишу. Ситуацию усложнял дождь, но это не сказалось на стремлении жокеев победить. В итоге лучшим на этой дистанции стал всадник из Казаужарского района Дмитрий Волков и его скакун Янычар. Всего в программе состязания 4 национальных вида спорта. Вчера уже мы провели игры по национальным видам. Это значит тенге, алу, кокпар, аударыспак. Сегодня завершили. Этап вот сейчас проходит уже скачки. За скачки у нас будет заезды, 10 заездов. Из них есть Аламан байге, самый главный, это который играет на 15 километров. И топ байге, жорга байге, и рысаки 4 лет, и старше лет. Эти лошади сегодня будут соревноваться между собой. После Ушкыр-Байге заезд рысаков. Здесь уже гонки на колесницах. Скорости ниже, однако правила те же. Побеждает тот, кто на финише окажется первым. За победу сейчас борются Неаполь, герой и губернатор. Но быстрее всех оказался последний. Это конь Абдували Нурметова, наездника из Есильского района. В Кунан-Байге дистанция 5000 метров. Земля рыхлая и неудобная, но не для скакунов. К таким испытаниям наиболее готовыми оказались есильцы. Сегодня была байга, Кунан-Байга. Выиграли первое и второе место. Я очень рад. Тренировка проходила очень, сильная тренировка была. Жарко, дождь, грязь, слякоть, все было. Холодно, ветер. По итогам соревнований победители наградили медалями, кубками и денежными призами. Денис Севков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.